Стартовала вступительная кампания 2021. С 15 июня начали принимать документы в заведение профессионально-технического образования. В частности, в Пинском колледже легкой промышленности начало приемной кампании прошло в торжественной обстановке. Для абитуриентов подготовили концертную программу и мастер-классы. Главная задача учебного заведения – подготовить профессиональные кадры для легкой промышленности, в первую очередь швей. Швея востребована не только в Пинском регионе, но и в Брестской области, в республике в целом. Поэтому, чтобы наши еще девочки были прекраснее, красивее, мы в интеграции даем профессию парикмахер, мастер по маникюру. На платной основе можем предоставить такую возможность получить профессию визажист. Также в нашем колледже в этом году организовано обучение по профессии прядильщик, оператор электронно-вычислительных машин. По словам руководства учебного заведения, швеи получают возможность работать на предприятиях «Беллегпрома» с зарплатой в 800 и более рублей. На сегодня процент трудоустройства выпускниц колледжа – 100. На базе 9 классов обучение будет проходить 3 года. И абитуриенты могут получить такие профессии, как швея, мастер по маникюру, оператор электронно-вычислительных машин, прядильщик. Что касается выпускников 11 классов, они могут получить профессию швея-парикмахер. Обучение 1 год 6 месяцев. У нас также будет осуществляться прием документов в среднеспециальное учебное заведение, так как мы являемся колледжем, и на этих специальностях можно получить техник, технолог, мастер производственного обучения и техник-программист. Всего по итогу приемной кампании Пинский колледж легкой промышленности планирует набрать 104 абитуриента, окончивших 9 классов, и 25 после 11 классов. На уровне среднеспециального образования в планах набрать две группы по 25 человек. Приемная комиссия будет работать до 20 августа. Время работы у нас с 9 до 6, без обеда. И для того, чтобы подать документы, необходимо предоставить в приемную комиссию документ об образовании, 6 фотографий, медицинская справка. Все остальные документы можно будет оформить в приемной комиссии.